Господа ОМОНовцы, вы нас с праздником решили поздравить. Мы вас поздравляем. С праздником законности Российской Федерации. Когда-нибудь не забудьте сегодня бой Роу Джонса посмотреть 23 года. Вот праздник у нас. Как... Объясните, зачем? Вот, пожалуйста, объясните, зачем вы пройдете. Объясните, пожалуйста, основание, по каким вы меня задержите. Объясните, пожалуйста. Всего-навсего. Я не пойду. Что? Аккуратно. На каком основании вы задерживаете? Человек вообще ничего не нарушает. Бесполезно, они уже задумались. Да? Они уже задумались. Больше того, в ВВД мы проводили беседу, и он спрашивает, Марк Гальперин, это еврей? Ну, естественно, я не могла на это отреагировать. И он стушевался. Но тут же он потом начинает объяснять, какой он белый и пушистый, как он хорошо занимается со своей дочкой, как он все свободное время своему ребенку посвящает. При этом он был в Чечне, он проводил там зачистки и так далее, и тому подобное. Они уже задумывались. Они слышат информацию о чайке, об остряке, они это слышат, и мы это освещали тоже. И если раньше они могли вот грубо сказать на это дело что-то, какие-то внятные ответы, то здесь они просто молчат и отводят глаза, то есть, извините, не все-то потеряно. Я понимаю, что ждать от них какой-то вот гражданской позиции сложно, но то, что они пойдут за первым потоком, который пойдет в позитивном настроении, в позитивном направлении, ожидать возможно. Ожидать возможно. Но этот поток надо создавать. Как можно относиться к таким решениям там, суда? Как можно на это реагировать? Как вы на это реагировали? Дим, вот ровно то, что я озвучила в начале, вернее, перед оглашением приговора. Статья 120 Конституции, часть 1 гласит, судья независим, отвечает только перед Конституцией и федеральным законом. Я спросила, я уточнила, что не знаю ни одной статьи Конституции и ни одного федерального закона, который запрещал бы женщине в день Конституции выходить с Конституции Российской Федерации. И просто пояснила, что на нем лежит большая ответственность сегодня, поскольку он пояснит нам, будет наша страна и мы граждане жить по понятию, по закону, либо, простите, по понятию. Он подтвердил, что они настроены, чтобы мы жили по понятию. Это вы объяснили в суде? Да, это я объяснила в суде. Угу. А вот ну как лично вы воспринимаете вот такие решения? Вот с какими чувствами, не знаю, как к этому надо относиться? Вы знаете, как еще раз повторюсь. И отрицательный, и положительный результат суда я оцениваю положительно, потому что в любом случае тема заострена. Абсурд, он получил огласку. Об этом свидетельствует то, что со вчерашнего дня мне позвонили граждане Израиля, Болгарии, Германии. Вы понимаете, да, я маленькая женщина, я далеко не публичный человек, клянусь, я просто врач, на самом деле. И выхожу на какие-то акции, потому что просто стыдно. Просто вот реально стыдно, что когда табу вытираются, что называется. Там законы вытираются, вот и все. Злость... Нет. Больше того, вот я человек... Наверное, упертые. И я считаю, наше дело правое, победа будет за нами. Рано или поздно. Лучше раньше. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо огромное еще раз всем. Огромное спасибо.